Конечно, тема прерывания беременности – это очень серьезная, глубокая тема, очень животрепещущая. Я считаю, что самое главное – учить молодых людей с начала там, вступления в какие-то такие отношения, очень серьезно относиться к вопросу беременности. Надо освещать вопросы контрацепции, надо освещать вопросы каких-то трудностей, которые связаны с вот этой проблематикой. Нужно открывать детям глаза, потому что, мне кажется, они, ну, в общем-то, глубоко не понимают всего, всей сложности вопроса. Бывают аборты медикаментозного, да, характера, ну, когда по состоянию здоровья нельзя, как такие аборты тоже можно запретить. То есть это очень обширная тема. Мне кажется, вот тоже люди должны задумываться, если у вас нет денег на 7-го ребенка, ну, тоже нужно как-то задуматься, наверное, стоит ли обрекать маленького человека на какие-то серьезные трудности, связанные с его взрослением, воспитанием и так далее. В общем, все, конечно же, идет от семейного воспитания, где, конечно, каждая семья должна уделять очень большое внимание детям пубертантного периода.